Музей истории и культуры Великого Устюга располагается в двухэтажном каменном здании на набережной Суханы. Когда-то этот богато отделанный дом с садом, с вымощенным двором и с балконом, выходящим на набережную и в сад, принадлежал устюжанину, купцу второй гильдии Григорию Васильевичу Усову. Здравствуйте, это «История одного экспоната». Меня зовут Елена Павлова. В 1837 году Григорий Усов, купец второй гильдии, купил в Великом Устюге двухэтажный каменный дом на улице Набережной. В 1844 дом был оценен в 7 тысяч рублей. Дом Усова, богато отделанный, с садом, с вымощенным двором, с балконом, выходящим на набережную, с чудесным видом на Сухану, считался роскошным. Рядом с домом Григорию Усову принадлежал одноэтажный каменный флигель с одним жилым покоем, двумя погребами, каретником и конюшней. Флигель оценивался в 1800 рублей. Сейчас в доме купца Усова расположен Великоустюгский музей. Григорий Васильевич в течение 12 лет являлся городским головой Великого Устюга. За этот период его стараниями был куплен дом для уездного училища, открыт общественный банк и приходское училище для обучения девочек. Возбужден вопрос об устройстве гавань и кирпичного завода. Именно в эти годы началось строительство береговых каменных укреплений. Благоустраивалась территория, были сделаны канавы под Покровской церковью, кладбищем, осушено болото, в результате чего городское общество получило значительное выгоды. В Великоустюгском музее истории хранится портрет неизвестного художника XIX века, на котором запечатлен Григорий Усов. По представлению вологодского губернатора об отлично усердной службе, в 1846 году Усов был награжден золотой медалью за усердие для ношения на шее анинской ленте. Портрет написан вскоре после награждения. Григорий Васильевич имел непростой характер. Его ссоры с соседом, купцом Новосельцевым, иной раз заходили так далеко, что для примирения враждующих сторон вынуждены были вмешиваться и городской магистрат, и церковь. Но в основе его принципиальности и требовательности могла быть и простая купеческая хватка, требующая рачительного отношения к движимому и недвижимому имуществу. Так, в 1852 году на реке Юг, на бичевнике у деревни Соколица, на земле, которая принадлежала Григорию Усову, из-за мелководья разгружались барки других купцов. Для сохранения своих товаров купцы строили на берегу амбары, избы, балаганы и лабазы. Григорий Васильевич не препятствовал этому, но посчитал, как ее урожаи ячменя в 1853-58 годах на этой земле могли бы вырасти и сколько денег на зерно он мог бы выручить при продаже. В результате Усов предъявил купцам, занимавшим его землю, иск на 244 рубля серебром. Но в ноябре в 1858 года землю освятельствовал ратман Виктор Худорожев с понятыми, и был сделан вывод, что на означенном месте никакого удовлетворения получить владелец не может, в связи с тем, что земельный участок был сырым и подвергался разрушению водами реки Юг. Дело было прекращено в феврале 1860 года. Григорий Васильевич вскоре скончался и 16 марта был погребен на городском кладбище.